собрались отметить День Святого Валентина. Вот такой у нас снег. Сегодня ясная, хорошая погода. Женя за рулем. У нас возит. Мы приехали отмечать День Святого Валентина. Мама спряталась. За Николашу спряталась. Вот так, все, наша матушка. А нет, вон пошла. Вот так, все, пошла. Женю не вижу. Так, здесь вот такой вот комплекс всяких. О, вот такие вот рыбки, красоты. Все. Любим мы на праздники ходить в чинистские буфеты. У нас есть два, которые нам очень нравятся. Там хорошие повара и готовят очень вкусно. И поэтому у нас дети любят каждую разную пищу, и каждому угодить очень тяжело. А в этих чинистских буфетах очень разнообразная еда. Там может как сыроед наесться, так и мясоед наесться. Все очень вкусно, поэтому как бы у нас вот такая вот семейная традиция на праздники. Кроме Нового года, мы стараемся, если мне здоровье позволяет, добраться до буфета, значит, мы идем в буфет. А если уже я не могу, тогда мы празднуем дома. Но Новый год и Рождество мы всегда празднуем дома, потому что любим елку, телевизор, музыку, танцы. А такие праздники, которые не столь важные, но хочется как-то встретиться и всех повидать, мы стараемся, вот семейный такой обычай сделали, встречаться в таких вот чайных буфетах. Все, наелись, напились, царями обратились, поехали домой. Наш водитель рулит. Вот такие кучи снега тают потихоньку. По 77-й. Это какой-то здание. Там ресторанчик. KFC, курочки жареные. Так. Ржавая бочина. А это какое-то правительственное здание, по-моему, говорит. И вот мы на вот этой улице находимся. Сидорави. Это кедр. Мне сказали, это банк. Такой большой, кредиты выдает. Ясно. Это шап какой-то. Мастерская, машины делают. Ремонтируют. Так, что еще тут у нас? Интересно. Это здесь. Магазин хозяйственных товаров. Вот такие домишки. Апартменты. Елочки. Что-то у меня окно запотело. Так, у меня тут окно запотело.
прям поехала, сказала мне туда. Полицейский закрыл дорогу. Она стала посередине дороги, думаете. Ну ты смотри, как окно запотело, ничего не видно. Ладно, извини. Вот такой вот подарочек я получила на Валентайс. Такие вот конфетки. Вот такие вот цветочки. И вот такой вот крем. Ночной для лица. Такая вот машинка тут едет шариками с цветочками. Вот красивые такие вот мне цветочки. Вот. Сходили мы в китайский буфет, покушали. Вот и весь праздник получился. А это подарок мужу на Валентайс. Такие джинсики. Дорогие друзья, поздравляем вас с праздником. Пусть у всех будет в семье все хорошо. Дружные, любящие семьи. Оставайтесь на нашем канале. Спасибо всем за просмотр. До новых встреч в новых видео. Пока-пока!